премьера. Что случилось? Вот она. Лёх, да какое убийство, а? Её убили, Паша. А выставили это все как самоубийство. Именно в эти годы и месяцы ты приезжал в город. И каждый раз пропадала молодая женщина. Как ты это объяснишь? Если бы у вас было что мне предъявить, я бы был в камере давно уже. Больше 20 лет прошло. И какая взаимосвязь? Тут концы с концами не сходятся. Ты не знаешь, что здесь происходит. Катя! Егор Бероев. В детективном триллере «Призраки прошлого». В пятницу в 18:30. Сделано на ТВ3.